Приднестровье призывает Молдову сесть за стол переговоров. В этом вопросе Тирасполь рассчитывает на поддержку ОБСЕ. В 2022 году в организации председательствует Польша. Польское председательство должно определиться и скоро озвучить свои приоритеты. Насколько я могу судить, это произойдет послезавтра на заседании постсовета ОБСЕ, где будут обозначены актуальные приоритетные вопросы на текущий год, в том числе и по Приднестровскому процессу. Поэтому тоже с интересом наблюдаем за динамикой в этом направлении. Также ожидаем назначения специального представителя, действующего председателя ОБСЕ. Диалог возвращать необходимо. Проблем много. Тирасполь приостановил работу ПРТС. Причина – Кишинев задержал груз с нейтральными и приднестровскими номерами. Весь этот механизм сейчас грубо попран тем, что молдавская страна задержала номерные знаки. Поскольку, может быть, коллеги не знают, не в курсе, может быть, специалисты не объяснили им, что невозможно автомобилю получить нейтральный номерной знак без наличия первой регистрации в Приднестровье и приднестровского базового номерного знака. Более 100 сельхозпроизводителей Молдовы в Дубасарском районе могут отказаться обрабатывать земли. Они боятся, что не смогут вывести урожай. Это связано с возможным ограничением срока действия решения по землепользованию до лета этого года. Мы не выходили из данной договоренности. Мы лишь ввели определенный срок действия. Причем это мы в своем праве абсолютно. Мы определили, что данная договоренность будет актуальна на полгода, а там дальше посмотрим. Это достаточное время для того, чтобы назначить политического представителя, определиться политическим элитам Молдовы, чего они хотят в диалоге с Приднестровьем, как они будут устраивать свою политику и будут ли они наконец-то выполнять взятые на себя официальные обязательства в международном переговорном процессе или нет. Напомним, в конце прошлого года президент Приднестровья направил несколько писем коллеге из Молдовы. Вадим Красносельский призвал Майю Санду к диалогу. Инициативу Тирасполя поддержали в России, но ответа нет до сих пор. Как и переговорщика от Кишинева, пост свободен с начала ноября прошлого года.